В Ульяновске почтили память знаменитого литератора Ивана Александровича Гончарова. 131 год прошел со дня смерти писателя, но люди и по сей день отдают дань уважения его наследию. Сегодня ценители творчества нашего прославленного земляка возложили цветы к его памятнику. А в доме музея Гончарова прошел вечер. Литературные исследователи рассказали посетителям музея о самых ярких страницах из жизни Ивана Александровича. Мы сейчас, прогуливаясь по улице нашего города, видим, что очень много памятных мест в нашем городе, связанных с писателем. И симбиряне, и жители Ульяновска продолжают чтить гончаровские традиции. Ивана Гончарова заслуженно называют одним из самых почитаемых писателей России. Детство провел в родном Симбирске. Образы любимого города вошли в его знаменитые романы «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», которые даже спустя 100 лет входят в школьную программу и не теряют своей актуальности. Обломов вобрал в себя наибольшее количество черт, свойственных многим русским людям. Это безусловно. Это тип мировой литературы. Наряду с Гамлетом, наряду с Дон Кихотом. Да, вот, наверное, по масштабу можно сравнить с этими мировыми типами. Иван Гончаров был человеком верующим, хоть и не явно, но религиозные мотивы прослеживаются в его произведениях. Поэтому накануне, по традиции, в Спасском женском монастыре прошла панихида по писателю.